Владимир Владимирович очень хороший президент. Мы очень... Народ очень им доволен. Он очень хорошо правит. Мы рады, что у нас такой президент. Дай Бог ему еще править и править. И дай Бог ему здоровья. Сейчас очень многие там против него, но я считаю, что есть определенные заслуги. И в будущем все... Все хотят все и сразу, а мне кажется, что все будет идти постепенно. Вот, и мне кажется, мы добьемся много. Хочется, отдел пошел, все видят, что ты поддерживаешь то, что происходит у нас в стране. Неважно, здесь это, за рубежом или где-то еще, ну и вообще просто прикольно. Почему бы и нет? Это все нужно действительно, как-то, чтобы поддерживать дух народа, чтобы все вместе были. Какая-то сплоченность все-таки, возможно.